Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фуфло, Гусонек, Дэн, Олтова и Тучка. Пацаны, поздоровайтесь. Всем салам алейкум, братья. У нас сегодня очень классная карта, Красти Крабс. И будет новая рубрика, где я буду спавнить пацанам разные западлянки, а они должны защищать заложника. И спеть, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Заложником и Тучка. Все, ребята, вы должны его защитить. Да не бойся, ты наш братик, мы тебя защищать. Можете меня закрыть диваном? Он идет, аккуратно. Ладно, защищайте меня. Опа, зомби они хорошо мочат. Там еще. Отлично. Давай. Хорошо. Ой. О, давайте, убивайте. Так, значит, можно что-то посложнее ставить. Штучка на шкаф залезь. О, хэнкраба. Гусыня хорошо играет, но я вижу, кого-то ранило уже. Всех, да, замочили? Хорошо. Отойди, отойди. А, вот еще. А-а-а. Молодцы, а нет. Но всех сожгли, да? Давайте посмотрим, как они будут выживать. Так, нас там бросили, но нормально. Ой, они все сгорели. На, туда их. Так, ладно. Так. Ой. Ой, что там? О, ой. пришли. Аккуратно меня не убей. Так, где нас и Тучка? И Тучка вот в уголку сидит. Хорошо, защищайте, пацаны. Да-да-да. Зомби ходят там еще. Пацаны отбиваются неплохо. Я шутка устал. ОлТВ, ты псих. Я знаю. Ой, ничего их там. Выгнал ОлТВ. Тут хэдкраб, Саня. Ой, хэдкраб появился. Ё-моё. Блин, это весело. Давайте выйдем жёстче. Это ж моя разминка, пацаны. Ё-моё. Там аж прыгают. Целая вакханалия. Так, вы и Тучки сколько жизни? Не так уж то и много. Хилить можно? Хилить можно? Нет, наверное, нечестно будет. Это будет бесконечная просто серия. Как есть, пацаны. Так, ну что, нормально? Вам понравилось? Нет. Не понравилось, да? Хорошо. Блин, опять он выдумывает. Нифига себе, сейчас он тут спавнит. Так, я вижу, вы мощные. Хорошо, давайте приближаемся к более мощнее NPC. Вы разогрелись уже, да? Да, мы готовы. Да. Вон он! Ну что, пришел уже такой, знаете, Монстр Хендерсона уже это не шутки. Фух, нашел. А, диван удалил. Да. Я ж могу все менять, вы же забыли, я ж бог. Стол ставьте. Так он там пока зомби убивает, мы в безопасности. Да. Лови гранату. А вот теперь уже это не шутки. Смотрите, что происходит. Пошло месиво. О, он упал. Да. О! Ой. Приближается. Давайте посмотрим, что здесь вообще происходит. Так. Че, убили всех? Я тебя защищу. Хорошо. Так. Пацаны, ну давайте теперь уже более сложнее левел. Согласны? Да. Да. Или боитесь? Не боимся. Не я боитесь. Боюсь. Ты боишься? Да. Правильно и делаешь. Ура. Хоть что-то я правильно делаю. Ой, Саня летает. Смотрите, Дима, кто пришел. Ай-яй-яй. Сейчас Дэну жопа. Дэна сами своего убили. А, убили. Убили аниматроника. Нифига себе, здесь уже сколько всего давали, да. Он аж загорел. Так, и Тучка, ты хорошо защищаешься, мне нравится. Спасибо. Фокс идет. Он на меня там. Сюрприз, пацаны. Да. Ой. Что там? Комбайны.
Офигеть, их много. И ну, точка, не бойся, я тебя защитить. Давай, вон там, вон он. Ха-ха-ха-ха! Блин, это веселье! Ой, еще кто-то появился. Где? Yeah. Ты представляешь, если бы NPC не исчезали, что здесь вообще происходило? Тут же еще должны монстры лежать. Сколько у тебя там жизней? 30 хп. Все, прощай, тучка. Не прощай. Надо. Вы молодцы, я не ожидал. Так, хорошо, пацаны, более сложнее левел, согласны? А, это не сильно мощный был? А вот это. Да блин, пацаны. Да ну friendly fire. А вот этот. Да блин, подождите, вы психи. У меня план есть. Ну что, смотрим, что сейчас будут они делать. Красная граната. А вот он идет. Красная граната. Да. Убили? Нет. Да ну. Молодцы. Дэн, прощай. Да вы задрали, вы убиваете всех. Спасибо, что вы меня защищали. Я психанул, пацаны. Пацаны, самый сложный левел пошел. Вы готовы? Огонь. Ну все. И тучка, прощай. Блин, тучка, не прощай. Хоги-воги там, блин. Да. Ё-моё. Блин, собака. Ага. Есть! Есть! Все, пацаны, вы не справились! Давай, Гусуня, покажи, что такое быть богом. Зачем? А, вот так ты решил? Пацаны, вы знаете, да, что делать? Нет, это не. Да, ты... Вот, бежит, бежит, бежит! Стреляйте! Фокси! Блин, я надеюсь, пацаны его убьют. Смотрите, сколько патронов летит. Если я прыгну, меня сразу же убьют. А я вот так, хоп! Пацаны, я его на себя отвлекаю. Отлично. Он на улицу выходит. К вам бежит. Так, я его убил. Пацаны, мы красиво сыграли. Дэн, ты целый? Да ё-моё, в сраке. Так, давайте возьмем вот этот дробаш, он очень мощный. Он на месте некоторое время стоит. Ай, блин, такой быстрый. Где он? Вот я вижу его. Красиво, граната его травит, пацаны. Аккуратно, не иди туда, ну что ты делаешь? Где ты, маневити? И тучка, я знал, что ты очень умный человек, но не до такой степени. Блин, эта тварь заспамнила эти штуковины. А их нельзя уничтожить или можно? Ай, блин, там много шаров. Ё-моё. А как же мы их уничтожим? Это просто они будут теперь кататься, мешать нам? Эй, так не, я не знаю, как играть тогда. Пойду, их можно уничтожить как-то. Они умерли от гранаты. А гранаты красные. Значит, у них есть хп? Ай. Ого! Тут страйдер, пацаны. Она бьет. Так, где Дэн? Дэн, ты стоишь еще? Все, наша цель выполнена. Мы уже 3 минуты... Нет, 2 минуты мы этот не даем Дэну умереть. Ну все, он выпьет. Ну так, Гусунёк, ты слабый. На самом деле, я думал, ты помощнее будешь. Он здесь в офисе, он будет. А, о, блин, он тоже теперь начал этих чили-пиздриков вспомнить. Так, давайте, чтобы не было перекрестного огня. Мне шары вернуть? Все с одной стороны встаем. Понял. Спасибо, Итучка. Блин! Ай-яй-яй, мы все умрем, пацаны. Дэн, беги. Дэн! А может, они его не будут убивать? Да не, мне кажется, будут. Отойдите, отойдите. Ревитикан может помочь. Их даже админский пистолет не берет, пацаны. Да, все гранаты берут их. Да? А что админский пистолет не берет? Да не знаю. Странно. Так, все, Дэн целый. Ого, и тут перестановка админский пекарем делает. Ого. Ё-моё, настоящий косвай. А, говно собачье. Эй,
Вот это жесть, что он тут творит. Пацаны, мы держимся. Помогите, идите к нам сюда, Диден. Да ё-моё, это не выдержать. Все, Дэн сейчас умрет. Все, Дэн умер. Ну ладно, Гусунёк, ты довольно-таки неплохо играл. Я думал, ты, конечно, лучше будешь играть. В смысле? Нормально играл. Все, давай, я хочу с тобой дуэль устроить. Кто лучший бог, ты или я? Раз. Два. Три. Блин. Не, ну по-честному было, я даже не сразу стрелял с опозданием. Не, ну Гусунёк, если ты хуже играешь, я понимаю все. Ну не злись. Ну играешь ты хуже, ну, видишь? Ты уже постарел, ты стареешь. Ты раньше лучше играл. Нет, у меня мышка просто... Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Пока, всем пока!